Храм Николая Чудотворца в поселке Николаевка открыли 27 лет назад в бывшем здании районного почтампа. Старую деревянную постройку переделали в белоснежный красавец-храм. С тех пор прошло много лет, и все это время николаевцы мечтали о золотых куполах на венце своей церкви. И вот стараниями благотворителей и самих прихожан этот день настал. Освещали 5 новых куполов благочинный 3-го округа Барышской епархии иеромонах Иосиф Пашенцев и настоятель церкви протоиерей Василий Бистрицкий со служением духовенства округа. Во имя Отца, Сына и Святаго Духа. Аминь. Процесс поднятия куполов долгий и кропотливый. Малейшая ошибка в расчетах на земле – это большие трудности в воздухе. И тут мастерство монтажников в связке с крановщиком играют гигантскую роль. Купола устанавливают на долгие десятилетия. Детальная сверка всех размеров и купола один за другим взмывают в небо. Вместе с обновлением внешнего образа храма преобразилась и Николаевка. А у батюшек к людям один посыл – любите свою церковь. Если любим свой храм, значит, это и Господь нас любить будет. Потому что не надо разбрасываться, не надо ничего. Надо любить свой храм и в нем молиться Богу. Если каждый из нас это осознает, то и купола будут, все будет. С установкой 5 новых куполов у настоятеля храма и прихожан появилась новая задача – заменить оставшиеся 2 на алтаре и колокольне. Дмитрий Гурин, Ян Восконян, Анастасия Сумбаева, видеостудия Барышской епархии при поддержке новостей Николаевского района специально для Улправда ТВ.